На бумажке. Точно так же, только Йода сюда, пожалуйста, не дохни там. И сыпь туда. Нам нужно увидеть, если будет у них раш по зеленке на захват. Мы у этого сетапа должны выиграть 100%. Да. Что? Мы у этого сетапа должны выиграть. Потому что у нас 50-100 есть как бы... Уже они могут фокус на меня поставить. Да. Как ты не будешь первый вылетать, ну там, дот кинуть тебе. Может, Перчук пишет, бля. Выходи его. Да, пойду к нему, бля. Вдвоем будем. Команда. Бля, у них кто-то здесь. Ты смотри, смотри, аккуратно, не просто лезь. Смотри, смотри, смотри. Блин, да, они просто лезь. Сейчас, бля, ну не вряд ли будут их на самом деле, мне кажется. Тяжешь правее, поверь, ну левее. Раз, ну ты знаешь, если я сюда доеду, все не еду. Да. Говорю сразу, я голды стрелять не буду, слышишь? Я фармлю. Если, ты, если будет на шестерке, то стреляй голду, ты знаешь, что... Не, шестерку легче пробить, кстати, понял, я же выше. Если ты ее винил. Так, тип ко мне едет, дерево упало, да? Ух ты, прикольно танкует. Понял, жопой ко мне, короче, за домом стоит ромбом. Такой именно, понял. Ну, это прикольно, конечно, но. Не, ну да, надо уметь. Если уметь хорошо, то там вообще не пробьешь. Ну он, чувак, он выехал, посмотрел на меня, не знал, куда стрелять, просто стрельнул голду и не пробьешь. Да. Тип на меня такой дерзкий. Да, я вот так никогда не пробил. Да, не стреляю вообще. Да даже не буду. Ну, сейчас во флю бы я его и так пробил. Мама кого? Мамку его пробил бы. Через мамку его пробил бы. Ко мне вроде кто-то едет. Дэвил, подъезжай ближе к маму. Давай, Йод, давай там ближе. О, Йод, я не... Ты как уже шубовел нас. Я просвечу вот этот проезд. Зря ты сам едешь, что ли? Я куда мне чек? Ты что, во дворе все, походу, да, в этом стоят? Походу. Да, мне. А стой пока там. Че, может, зелень сыграет, слышу? Тарас. Тип, смотри. Все, давайте давить город. Как попадание. Тарас, что он там снайперит? Давим, 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 вот эти давим, давай. Куда давим? Ну, да, СТ задавливает, я не могу. Да, давай вдвоем поможем. Ты выходи из туда едет? И 6. Бля, тихо, Марк, ты сам здесь. Подделай. Один второй, другой третий, пацан. Тоже не понимаю. Гоняться на тяже за СТ. Поехали, поехали, тяжи продали. Хэ, куда ты поехал? Блин, я, блин, со всех сторон у меня что-то бегством только спас. Это еще нормально. Надо заходить во двор. Заходите во двор. А там кому пирогат? Давай, давай, давай.
свою шестерку. Скажешь, куда ты их? Все. Сзади я с тобой. Сзади я стою. Очень плохо. Вот это скажи. Хэд доешь? Да. Хэд доест. Хэд, уходи, уходи от шота. Разделялся. Да, даже если он вас убьет, он уже базу послал. Физпромон, по-моему, все. Хэд, не лезь тут. Ой, блядь, а куда же стрелять этому, ты ёрт? Ни разу не видел, блядь. Ты его заслонил. Зачем? Хорош. Да, я вот вообще... Я лучше тройку возьму, ну нахер. Все, перекур. Пойду сидя, пацан. Давай, 3-5 минут. Ой, я Т1-2 сломал. А не, вы красавцы вообще. Танкуем город из СТ-шками погнались. Молодцы. Пацаны были такие, скиллованные, 60%. Да, кстати, процент побед был 50 на 50.